Здорово, пацаны, продолжаем играть в Ведьмак 3. В прошлой серии мы остановились на том, как меня грохнули на каком-то болоте, где я не рассчитал свои силы. Вот такое вот дерево, да, видите? Раньше так вешали людей, чтобы выставлять их на посмешище перед всеми, то есть... Так будет с каждым. Те, кто приезжают на эту территорию, вон оттуда, да, они смотрят на это дерево и сразу же понимают, типа, не связывайся с нами. И так далее. Ладно, идем. Надеюсь, звук будет не очень громкий. Ладно. Через болото, через это я снова не поеду. Да потому что нафиг надо. Так, это что тут произошло? Это точно сгорела фигня. Еще что? Еще. А, вот. Вот. Пришли, да? Слезаем. Не торопись. Возьмем, наверное, задание одно, какое-нибудь новое. В доске объявлений, да? Тук. Пропавшая жена. Предупреждение. Крики в лесу слышать. А, крики в лесу слыхать далеко. В чаще всегда пустее. Блин, тьфу ты. Крики в лесу слышать. Фу. Вообще, крики в лесу слыхать далеко, в чаще всегда густая тень. Лучше, дитя, не ходи в темный лес, а то дикий зверь тебя съест. Вот, стишок такой. А эту фигню даже перевести отказались, да? Так, помогите похоронить. Люди добрые, сжальтесь, помогите мне в беде. Жена моя Ганна пропала. Пошла несколько дней назад в лес и до сих пор не вернулась. Я уж и не знаю, что и думать, и заплачу любую цену тому, кто мне ее вернет, или хотя бы скажет, где ее искать. Келлен, вернее, охотник из больших сучьев. Прочитал я так это все с таким, блин, выражением, потому что я тренируюсь озвучивать ролики. Кто смотрит у меня канал Панзара, знает такую штуку, как история мира Панзар. Не всегда можно платить диктору большие деньги. Вернее, я не могу ему платить вообще. Когда понимаю, что у меня есть хороший микрофон, я сам могу это делать, в принципе. Но голос у меня, если честно, не очень, и дикция фиговая. Пока еду, точно расскажу. Я знаю одно упражнение для дикции. То есть, закрываете рот и говорите это. Ну, и говорите любой стих, чтобы у вас хорошо прям получалось. Типа... синего моря, желтой земленки. Вот так, короче. Вот, не так. Ладно. Тут у нас что? У нас тут какой-то кипиш. Давайте слезем, посмотрим. Тут же задание какое-то. Жарец вечного огня. В чем дело? Возрадуйся. Ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Вот это наезд. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Они гниют в общих могилах, или же их оскверняют трупоеды. Так не годится. Это будет мое доброе дело на сегодня? Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие, как ты, не работают даром. Я этим займусь. Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это, ну... Да, замечательно. Вот тебе освещенное масло. Польешь как следует и подожжешь, ясно? Пламя должно взвиться до самого неба. Во славу вечного огня и все такое. Во славу вечного огня, во славу Украине, во славу героев. Я буду у моста на Новиград. Новиград. Ладно. Вот эта вот башка, да, грифона, гниет тут, висит. Но. Так. Где наше задание? Наверное, трупы сначала сжигать поедем. Вот это что? Это неизвестное место, да? А трупы-то нам где сжигать? А, так отслеживать же можно. Сейчас. По следам Цири, костры Новиграда. Рекомендуемый уровень 10. У нас какой? Уровень 3. Нормально.
А ты вообще 16-й, ё-моё, я что-то друзья, блин, между зонами перехожу как-то быстро. Ладно, давайте сначала связного выловим, потом уже пойдем трупы сжигать. Не очень, конечно, мне нравится вот эта вот система, где надо сначала уровни себе набивать, блин, потом уже ты что-то сможешь сделать. Подвисает иногда, конечно, но нормально, пойдет. А, вот через это болото, да, я тогда пытался перейти, меня грохнули. Не, я больше через него не пойду. Густой-густой лес. Да ё-моё, с дороги вылетел. Галопом все больше не едем. Живо! Чё там за кипиш? Очередная таверна, да, где мы сейчас опять положим урон огнем, блин. Чё за... От чего урон огнем-то, чё-то не понял. Так, нам надо было сюда, да? Сейчас попью, друзья. Я ещё одного человека, зовётся Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыль жонки. Бутыль. Что такое? Опять замес, да? Текай отсюда. Я черный вход открою. Я еще не допил. Давайте гости спросим. Гости приехали? Что за люди? Корчмарь! Водки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил. Ты, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, дерзкие ребята. Есть? Или тебе язык ножом развязать? Я хочу это, подраться с ними. Давайте выберем. Я человек, который не любит, когда мешают пить воду. Правда, я не знаю, они могут это и нас ведь грохнуть. Его милость выискался. Может, тебе и сапоги вычистить? Не годишься ты мне сапоги чистить. Боло! Ты слыхал то же, что и я? Я боюсь, если честно, они сейчас нас, скорее всего, грохнут. Нахер, а то убью. Хватит с меня! Так, тихо, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Тихо. Без резких движений. Так. Нашу систему боя я еще плохо знаю, поэтому надо... Надо что? Надо, блин... Все, что я... Как я умею избегать ударов, это, блин, пробел жать. Не было времени особо учиться. Ну, сейчас попробуем что-нибудь замутить. Ну, и они, кстати, достаточно легкие. Там надо, правда, удары блокировать нормально, и все. Это не Панзар, это не Дота. И тут все по-другому. Если уровень заданий, указанный в дневнике, слишком высок, чтобы получить лучшее снаряжение для лошади, побеждайте в скачках. Давай. Так, сразу Q. Влетаем так в народ. Так, это фиговая идея. Так, тихо. Тихо. Какой там блок? А вон Альт можно жать постоянно. Да иди ты нафиг. Да я уже уклоняюсь от тебя. Какого хрена-то, а?
А вот сейчас им точно капец будет. Всем сразу, хором. Сейчас им будет капец. В меню настроек вы можете выбрать, показать ли на мини-карте следы и улики, найденные с помощью ведьмячьего шутия. Зачерпнув энергию из места силы, вы получите дополнительное очко умений. Места силы разбросаны по всему миру. Мутаген, использованный для улучшения умений, оказывает более сильное действие, если его цвет совпадает с цветом способности ячеек. В ячейках, тьфу ты. Чтобы, плывя в лодке, совершить быстрый переход, воспользуйтесь картой. Ну ладно, надоело. Давайте. Какая там пословица была про третий раз? Да твою маму, опять зажимают. Тихо, спокойно. Спокойно. Так, спокойно, 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 спокойно. Альт по КД жмем, альт по КД. Минус один. В уголок надо отойти. Да шо ты? Короче. Каких-то авторитетов мы грохнули. Знаешь, что будет, как барон разузнает об этом побоище? Вырежет всю округу. Никто про чужака-мутанта слова сказать не успеет. Барон цацкаться не станет. Где Генрик? Не понимаешь, что ли, о чем я толкую? Барон такого не простит. Успокойся, твой барон не идиот. Не подумает же он, что мужики голыми руками положили его людей. Так где Генрик? Он живет в селе Вересковке. Не знаю, где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, им перцы напали. Ладно, бывай. Спасибо, корчмарь. Выйди черным ходом. В деревне бароновых людей еще больше. Обо мне не беспокойся. Не хочу я нам новых хлопот. Так, черным ходом это где? Это основной вход, да? Че, хотите, чтобы вышел через главный вход? Давай попробуем через главный. Так, тихо, тихо, я меч-то не взял. Давай. Ну что ты меня зовешь так себе? Тихо, ох ты. Минус. А, блин, надо хильнуться сначала. Вот этот меч пожестче будет. Огненный знак почему-то мне больше всего нравится, но я, видимо, другими пользоваться просто не умею. Давайте попробуем. Охранный щит, магическая ловушка. Телекинический, ну, давайте его попробуем. Шот спамело. Ё-моё. А, не с лука стреляют, да, значит, а с арбалета. Шотся помело. Тихо, спокойно. Всю деревню, короче, перерезали. Еще больше, блин, людей. Также трое было. А, там может быть это. Дальше еще будет. Ладно, где плотва? Вот на плотва. Давай, плотва. Так, ну куда?
все. Ночь уже, однако. Почти. Икнул. Так, куда идем? В какую-то там деревню нам сказала, я уже не помню. Что-то на В, короче. Бежим туда. Система боя такая, блин, непонятная. Если бы я, конечно, больше функций знал, я бы так не тупил. Ну, то есть, я говорю, времени учиться не было, так как я все обучение пропускаю там. Спокойно. Идем. Так, шот спамело, куда ты идешь? Тай, солнце как светит, капец, блин. Галоп. Под горку скачем. Тут вражины какие-то у нас. А, вон там. Что, тоже разрушенное, что ли? Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Снег, что ли? Вон что цепанило. Они, кстати, нормально бьют собаки эти. Грохнули. Поди прочь! Не подходи! Прочь! Спокойно, все уже кончилось. У него шапочка, кстати, такая же, как у того. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Расскажи, что тут случилось. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отсвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. Дикая охота. Да, графон, конечно, мать шатал. Не знаю, что там делалось. Страшные, должно быть, вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Как загорелась резко деревня.
Зараза. Недолго были. А село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет, и нога моя туда не ступит никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Такой этот фантом в короне был. Ну, это дикая охота. Называют его. Вот он. Генрик, походу, да? Его пытали. Может, они что-то пропустили. Обыщу его штаны. Не гнутся, словно мокрые портки на морозе сушили. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лед. Ничего здесь нет. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Все в крови вообще? И замок какой-то должен быть. Главное, фиг пойми, какой замок. Нам главная цель до сих пор указывает в этот дом. Может, за домом. Или я что-то пропустил. Не вижу, по крайней мере, ничего. А, ведьмачье чутье, да? Хорошо, я забываю про него вообще. Погреб какой-то, что ли? Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Сеном все засыпано было. Так, надо подхилиться нормально, капец просто. Какой-то же там знак есть, который лечит. Ага. Хегас 2. А, вот как арбалет-то брать. Вон, все. Пробел, медитация. А, типа ждать, да? Все, понял. Зато здоровье восстановилось. Так. Пропала. Тамара Стенгер. Дочь кровавого барона. Возможно, похищена. Богатое вознаграждение любому, кто найдет ее или ее приведет. Крона. 108. Ценные вещи валяются просто так. Он сошел с ума или... Так, нам, походу, именно это объявление нужно, да? Так, тут, походу, тоже, видимо, чуть-чуть нужно, да? Вон еще. Хм, интересно. Еще что-то, да? Книга.
Почетная книга. Плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Генрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди счетов. Ловко. Какие интересные заголовки. Ну-ка. Разыскиваемое. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вронице. Ссора с ведьмой? Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Ну вот и все. Они как-то разузнали, что Генрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Зараза. Отправиться в замок барона, но мы только что разнесли его людей. Так, нам прибавляли умения. Я как-то пересматривал свой ролик. Сейчас мы это умение назначим, наверное. Так. Или не давали нам. Так, где тут? Уровень 3. Ремесло. А у нас же еще ремесло тут есть, да? Это я помню. Можно доспех улучшать. Учение. Генрик. Вон. Так, ну ладно. А хотя нет, не ладно. Вот как раз до уровня дошли. Умение персонажа. У нас с вами... Есть вообще что-нибудь или нет? Ладно, купить навык. Так, мы купили навык силовая тренировка. Увеличивает урон от мощных атак на 5%. Прирост очков адреналина плюс 1%. Активировать. Выбрать ячейку. Окей. А это же можно ведь и сюда. На вторую ячейку. Так что вот, нормально все. В деревеньке расцвело. Все нормально. Ладно, мы едем к барону. Мы положили 6 его людей. Каких-то прям мастеров. Конкретных. И теперь как-то перед ним отчитываться будем, да? Где индикатор? Снизу должен быть. Ну нету. Нет, так нет, ладно. Лагерь бандит. Тише. Сюда. Сюда. Вот это я люблю. Иди, иди. А, небольшим уровнем. Это я не рассчитал. А, меч сломался, да? Нормально. Наоборот, второй меч сломался, вот этот. Дезертир. Будем вот так вот из-за деревца потихоньку. На одного нападать. Не бойтесь. Тот, кто кричит, причем последний самый идет.
Тихо. Стреляют, видите, да? Один стреляет, другой. Ты как сквозь этот-то прострелил? Тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Мансуем, мансуем. Пока другие горят. Надо этого арбалетчика вырубить, блин. Тихо. Какого фига ты не прыгаешь? Слушай, ты задрал меня уже. Изи. Есть, конечно, сложность только сюжет, есть сложность сюжета драки. Вот я не пойму, я выбрал сюжеты драки, и если бы я выбрал просто сюжет, да, чтобы драк не было в этой игре, что-то я прикола не пойму просто. Пробуйте комбинировать быстрые, мощные атаки и знаки. Ладно, мы не будем на этих бандитов нарываться, хотя я думаю, что у них в домике есть что-нибудь прикольное. Поэтому охота, конечно, охота. Ага, мы снова, да, в этой фигне. Ну ладно, мы не будем с ними связываться пока что, если что, потом вернемся к ним. Так, вот тут я, по-моему, еще это, не назначил еще, да, способности. Кровавый барон. Я, кстати, помню кровавого барона из Варкрафта, это который, по-моему, это, первый рыцарь смерти. Вот. Так. Собака в бою поможет. Масло против зверей. Гибриды. Грифон. Призрак. Трупоеда. Гуль. Гуль, альгуль там. Ну ладно. Знать бы нам, что против бандитов в бою поможет. Но знак урона огня точно против них не помогает, да? Думаю, что поможет знак либо влияние на разум, либо охранный щит. Но охранный щит, кстати, тоже хорошая вещь, поэтому пусть будет. Попробуем еще по этой же дороге пойти, попробуем нарваться на них специально. Так, я уже сколько помню, 2010-11-12 год, там, где у игр постоянно надо было сохраняться, да? А я уже про это забыл, отвык от этого, и тут оказывается тоже сохранение авто, ну, не только автосохранение при контрольных точках, что тоже хорошо. Ладно, идем. Во. Мы сохранимся сразу, потому что, ну, я, чтобы вам интереснее было, да, экшен-то всегда поинтереснее посмотреть. Так, все. Путь суды. Мафака. Что? У меня охранный щит. Бей меня. Не, да? Он матерится. Ох ты, нет, 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 нет. Снова щит. Задолбал ты. Что в прошлом бою, что в этом. Еще щит кастует. Просто его выносим сразу, блин. Не стрелял. Щит конкретно выручает. Этот ублюдок колдует. Да. Не сильно-то поговоришь, когда с ними дерешься. На. Че? Ну что, ну да, блин. Изи. Так, что у них? Было хоть что-нибудь такого, из-за чего я не зря к ним заезжал? Уголь. Малый глиф Игни. Чертеж охотничьи штаны. Рецепт гидроген. Кавалерийские сапоги. Доспех.
Обычный предмет. Во как. А в хатке что у них тут? О, да они тут бухали. Свечка. Так, что тут было? А, это поджечь. Поджечь и затушить было. Взять. Укрепленная кожа. Свиная шкура. Другие предметы. Обычный предмет. И сундук. Свеча. Еще такая проблема с новым микрофоном. Я к нему еще не очень привык. Потому что со старым микрофоном, с моим BM700, который я чинил. Но... Также все, как бы, ну этот, блин, у Ирмана микрофон тоже BM800. Они более такие конченые, поэтому... Ну они как, они студийные, они хорошие. И это вполне, вполне прикольный микрофон, я вам скажу, именно для записи, да? Для записи обзоров, летсплеев там. Ну если вы какое-то творчество ведете, но не поете, ни в коем случае, петь в него нельзя. И этот также, он Neddy USB 1C, он очень чувствительный, без всяких губок, поп-фильтров, он шипит, кряхтит, поэтому я к нему еще не очень привык, и возможно, блин, он тоже будет немножко басить на записи. А надо покупать звуковую карту внешнюю. А я этого не хочу делать. Она стоит 8 косарей, ребята. 8 косарей. Ну, если там мне. Если люди подонатят, то, конечно, я же куплю. Все ради людей. Так. Чего они засали-то? А. Текстурки не прогружаются, ребят. Сейчас прогрузятся текстурки. Все, текстурки прогрузились. А торгаши тут есть, интересно? А то у меня меч сломан. А, у нас тут как враги еще показано немножко. К нам, то есть, не симпатизируют нам тут. Ладно, слез. Барон у себя? А тебе что? Дело есть. Открывай ворота. Нет уж. Мы слыхали, что ты устроил в корчме на распутье. Таким, как ты, сюда хода нет. Не пропускают. Здесь не пройти, надо что-нибудь придумать. Может, кто-то из местных жителей все-таки отважится мне помочь? Я уже, скорее всего, понимаю, что нам нужно будет сделать. Меня пустят к барону, если я найду его дочь, которая была на объявлении. Тогда он пустит меня в свой... Ты меня разозлил! Не удержится! Шо, я не хотел драться. Не хочу драться, ребят. Чё? Ладно. Зарежу тебя, как порося! Что такое? Фига он. Этот мощный. Я сам себя об этот щит, что ли, бью? Ладно. И как его мочить? Один только дряхлый старичок от меня не бежит. Контратакой? Контратаковать. Как там блок контратака? А вот. А вот. Контратака, да? Вспомнил я свою молодость. Да ём. Зараза. Давай. Так, нельзя в щит бить, ребят, запоминайте. И на одну тычку хватает его, да? Так, вот опять. Сам себе урон наносишь, если в щит бьешь. Да ё-моё. Давай.
руку аж отрубил. Фу. Называется, пришел в гости к барону. Мне даже хилиться нечем. Так, мы глянем. Инвентарь. Мы нашли что-то новое. 32, 34, 42. У нашего меча 27, 33, 34, 42. Ну это двуручный меч, да? Или может одноручный? А нет, под одноручный тоже, кстати, канает. Ладно. У нас новый меч. Так. Хилиться-то нам и нечем. Ладно, друзья, я думаю, завершу на этом серию. Потому что уж слишком много по времени выходит. Спасибо за просмотр, друзья. Думаю, вас станет с помощью моего прохождения Ведьмака больше, так как у меня аудитория только панзаровцы. Я сейчас сразу же буду снимать следующую серию, поэтому ждите. Все, спасибо за просмотр. I'll be back with my chat.